Говорят, современная молодежь много времени уделяет общению в интернете, и с этим, пожалуй, не поспоришь. Однако 13-летняя Ксюша Капустина скорее исключение, нежели правило. Проблемы в жизни ребенка начались 2 года назад. Именно тогда одноклассники девочки устраивали бойкоты и подолгу играли с ней в молчанку. Девочки договаривались, чтобы дружить против Ксюши. Там была такая ситуация. Вот. И это как бы продолжалось какой-то... Какой-то промежуток времени, конечно, ее это обижало какое-то время тоже, но потом она как-то смирилась с этим и просто стала заниматься именно собой, именно например, лайком, да. Внимание Ксюши привлекли блогеры. Она начала смотреть обучающие видео, чтобы стать одним из них. Через несколько дней девочка скачала приложение «Лайки». Туда начала выкладывать ролики совершенно разного характера. В них не раз засветились младший брат Георгий и питомцы по кличкам Лайза и Бонифаций. Но самую большую популярность сегодня уже официальному лайкеру принесло другое видео. В мини-клипе в момент, когда Ксюша взобралась на шкаф, в комнату вошла ее мама. Мама у меня спрашивает: «Ксюша, что ты там делаешь?» Я говорю: «Я ловлю ракурс». Она говорит: «Мама не понимает». И я такая, там, не знаю, знаете, были бонстики такие. И у меня в мисочке сзади лежали эти бонстики, я взяла и кинула в маму. И как бы я крикнула: «Мама, сломо!» И там был такой прикольный эффект и крутая музыка. Этот ролик набрал 250 тысяч красных сердец и 4 миллиона просмотров, после чего профиль Ксении попал на 37 место среди лайкеров. Сейчас в стране она в 20-ке, а в мировом списке поднялась на 31-ю строчку. На аккаунт подписаны более 770 тысяч фолловеров, и с каждым днем их становится все больше. За такую популярность девочка получила золотую корону и сейчас мечтает о бриллиантовой, только вот не ради славы. Для меня это уже кусочек моей жизни, можно так сказать, потому что все связываю с ним. Всегда, если у меня что-то есть интересное, я всегда это хочу снять, получается. Для меня, так как там у меня еще есть моя аудитория, с которой я очень люблю общаться, я всех очень сильно люблю. Кстати, об аудитории. Сейчас у девочки целая армия поклонников. Что немаловажно, общение у нее появилось не только в интернете. Подробнее о Ксюше Капустиной расскажем в программе «Итоги недели» в воскресенье в 20:30. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.